Так, ну будем пешком бегать, ладно. Бегать пешком. Это расшифровываю, это значит, что бегать, но не на плотве. Ой, волки. Волки, давайте без эксцессов. Я просто отсюда убегу. Чтобы вас не травмировать, блин. Существ бедных. Бегут же, ублюдки, вот не отстанут же. Ой, вар. Что ты будешь делать? Как-то он, блин, еще и отхилился, тварь. По непонятной мне причине каким-то образом отхилился. Но потом получил ваншот. Я думаю, это просто человек в беде. Оу, кого-то мы сейчас будем освобождать. От твоей жопы я сам пойму. Оторвать ему яйца. Они, кстати, блин, просыпаются по-разному. У кого какой резист на самом деле. Да что ты говоришь? Ух ты ж, блин, вожак, блин, бандитов. Так, ну и кого вы тут, блин, над кем вы тут издевались? Сейчас мы узнаем. Торговец какой-то очередной, я уверен. Нет, блин, какой-то... О, так это... Да, это эльф. Мало кто помогает эльфам в наши дни. Так что я непременно тебя отблагодарю в лагерь. Заходи к нам в лагерь. У меня найдется для тебя подарок. Да, где твой лагерь? Ну окей. Зайду как-нибудь. Если найду твой лагерь. Да, в таких местах найти эльфа. А тут какой-то дремучий лес. Ладненько, давайте. Ой, это что за записка? Записка бандита. Обычный предмет. Короче, про эльфа написали. Не особо интересно мне. Так, нету штук. Я возьму в помощь. Возьму помощь зала. И погнали. Что за звуки там? Непонятные. Ух ты. Да, вот реально какой-то дремучий лес. Леший. Блин, леший. Вы понимаете, что это значит? Это леший. Это первый раз я с ним встретился. И надо теперь, блин, понять, кто это такой, блин. Бестиарий. Собака. Волк, медведь. Гибриды. Вампиры нет. Духи и призраки, а ну. Нет. Нет. Блин, а кто такой леший вообще, тогда не понимаю. Это какой-то гибрид должен быть, по идее. Или реликт. Хотя нет, не реликт. Лешачиха. У драконоида точно нет. Странно. Так, ну, тогда мне надо что-то смазать чем-то, да? Намазать. Зверей. Нет, я думаю, это какое-то магическое существо, где там у меня.
магических тварей, да. Так, и не знаю, что на него действует. Короче, сейчас будем в рукопашную его мучить. Да что такое? 20 уровень, у меня что-то жизни уже совсем плохо. Так, леший, сейчас, подожди, я немножко оклемаюсь, пойму, как с тобой бороться. И вернусь и надеру тебе задницу, ублюдку такому. Вот это хочу. И немножко попить водички. Ага, это на время, ясно. А чё, больше 18-19 секунд не получится, что ли? Блин, это долго. У меня там был рецепт быстрого восстановления, мне ингредиентов не хватало, на самом деле. Так, давайте подумаем, как этого мочить. Дендроида. Я вот не понимаю, увеличивается скорость или нет. Еще надо бомбочку взять, какую-то не картечь, а что-то поджигательное. Сон дракона есть у меня, да. Поджечь. Раз он дендроид, значит его можно поджечь. Так, сохранимся и отправляемся. А, кстати, надо квенчик тогда выбрать. Да. Где этот ублюдок? Только что тут был. Только что мне тут, блин, раздавал, блин, людей. А, вот он. Это он рассыпается, что ли? Все, фу. Я вот не могу понять единственного, какого хрена это не взорвалось, блин, драконьих, не подожглась. Она должна была подожечься. Кстати, я так обдолбался, что, блин, а сейчас пройдет эта интоксикация на самом деле. Можно взять ласточку, да? Где она, моя ласточка? Вот она. Немножко подлечимся. Опять интоксикация, блин. На высшем уровне. Арт. Тектонический удар. Так, я уже где-то возле такого же большого дерева уже был когда-то. Ага, вот. Луна. Это что-то интересное. Мощь Арда. Ух ты. Шанс вызвать заморозку. На плюс 4. 699. А, можно и так вот сделать. Так, пробитие доспеха. Адреналин. Получение адреналина. Так. Даже не знаю, на уровень выше, больше, блин, возьму-ка я этот меч. Мне нравится то, что мощь арда увеличивается. Шанс вызвать заморозку. Хорош, такая мечила. А это что у нас? Нет, у меня получше уже стоит. Вещи нельзя никакие. А, не, можно в оружие, кстати, насунуть предметов. Горение, заморозка, адреналин, сила атаки. Вот сила атаки можно на 6% увеличить. Акси.
Мне бы Аардик. Пробитие доспеха, Квен. Вот, в принципе, есть арт, но 2 всего лишь. 20 пробития. 10, 20, 30. Вот они, блин, 3 воплощения. Этот самый лучший. Нет, пожалуй, я, блин, не буду вставлять. Я лучше в этот вот нормальный вставлю доспех. Ну, то есть в оружие уже от школы Грифона или там Волка. Что там получится у меня на самом деле. Так, по карте, в принципе, я так понял, что мы тут все сделали. И нам надо быстренько вот сюда. Или вот сюда даже ближе. И забежать к Керемец. Может, кину там палочку. Она мне расскажет что-нибудь интересное. Но пошла. Ой, блин, волки. Пошли вы в жопу. Я на плотве, хрен догоните, ублюдки. Стадо, блин, баранов. Вперед, плотва, блядь. Уу. Вот он, Оксимфур. Ой, я точно правильно еду, блин. Потому что я как бы тут через мост надо переправляться, я там не поплыву, блин. А вот мост, отлично. А зачем мне Оксимфур? Мне нужен был знак и все. Теперь помедленнее. А где тут знак же должен быть? Но. Он там дальше. Разогнаться нельзя. Оксимфорд красивый город, на самом деле. Так, ладненько, значит, нам нужно к Трис. Опять мы встретимся с нашей красивейшей бестией. Красноволосый. Некоторые говорят, что у нее оранжевый, ну, что она это рыжеволосая. Ну, блин, я бы сказал, что эти люди дальтоники, потому что у нее волосы реально красные. Так. Вот сюда. А, кстати, она же. Ой-ой-ой, как приятно. Приятно встретиться с ублюдками младшими, в которых уже нет предводителя. Ублюдки без предводителя — это уже не ублюдки. Хотя, мне кажется, именно в этом месте я их уже мочил. Тоже вот Трис в ее пейзанскую башню, блин, следовал. Дома Трис стражники. Нехорошо. Ой, похоже, мне придется ее спасать. Так, я не понял. Я же заплатила тебе за месяц вперед. Ну да, но по старой ставке. А теперь риск больше, значит, больше и причитается. Ах, шантажируют мою Трис. Нет, уж так не пойдет. Сейчас я начну вам задницы надирать. У меня уже нет денег. Но зато есть кое-что еще, дамочка. Что у тебя есть? Я есть у нее. Отдавай ожерелье и проваливай отсюда! Лапы прочь, а то отрежу. Геральт, не надо. Не надо, но очень хочется. Бери вещи и пойдем. Идите отсюда! Сейчас же! Так бы и сразу пошли в жопу, козлы. Если бы мне была нужна помощь, я бы сказала. Что, ты злишься? Злюсь? Нет. Но они заслужили это ожерелье. Они очень рисковали, давая мне убежище. Я волновался за тебя. Город кишит охотниками. Я знаю. Все было готово. Мы должны были отплывать. Но охотники нас опередили. За одну ночь они закрыли все ворота. Поставили стражу на каждом перекрестке. А потом начали прочесывать город. Улица за улицей. Дом за домом. Они задерживают каждого, кто кажется им подозрительным. Большинство – простые люди, у которых оказался при себе амулет из клевера или кроличьей лапки.
Но иногда они находят мелких чародеев. Это родовит ебанулся просто. Как я могу тебе помочь? Все разваливается. Я сама уже не знаю, что делать. Надо как можно быстрее привести чародеев в порт и посадить на корабль. Но Бертольд и Аниса до сих пор не появились. Бертольд и Аниса, блин. Бертольд и Аниса, кто это? Молодая пара. Он алхимик. У него была лавочка в Золотом городе. Она училась в Аритузе. А боюсь, что люди, у которых они скрывались, донесли на них. Видишь, мне еще очень повезло с хозяевами. Да уж, повезло. До порта вы так просто не дойдете, на улицах стража. Поэтому по улицам мы не пойдем. В случае трудностей мы должны были все встретиться в Зимородке. Там из подвала можно спуститься в каналы. А они, говорят, ведут до самой пристани. Я знаю новиградские каналы. На охотников вы там не наткнетесь. Но это не значит, что будет безопасно. Об этом я и хотела тебя попросить. Найди выход к докам. Проложи дорогу для остальных. И как можно быстрее, потому что охотники пронюхают про наш план в любую минуту. Теперь понимаешь мою дилемму? Да. Помочь двоим, рискуя эвакуацией остальных, или сразу идти в Зимородок, бросив этих на верную смерть. Что мне делать, Геральт? Блин, даже не знаю. Не рискуй всеми, блин, ради двоих, на самом деле. Ты не можешь рисковать всем ради двоих. Это неразумно и аморально. Я боялась, что ты так скажешь. Хорошо. Пойдем в Зимородок. Пойдем. Иногда из двух зол надо выбирать меньшее, поэтому... Всем хорошим не будешь, всех спасти не успеешь. Ну как у нее разносится. Спокойно. Ублюдки, блин, какую еще шлюху вы? Где этот третий? Ах, ты еще с арбалетом, ублюдок, был? Ты проверяла каналы под Зимородком? Нет, я не думала, что нам придется по ним идти. Подумать только, еще год назад стражники кланялись чародеям на улицах, а теперь мы должны бежать отсюда, как крысы. Ты могла бы остаться. Ты-то справишься. Они должны нас заметить. Что? Кто? А. Окей. Да темно уже, кто нас заметит? Нас никто не заметит. Заберу я этого что-нибудь. Ну и что? Дальше куда? Тристы чё? Да. Так. Пописать присел. Они ушли. Идем. Ну, Трис, у тебя такая роба, блин. Прикольная. В пивнушку, что ли? Видно, ни стражи, ни охотников. Значит, все в порядке. Или мы опоздали. Так, нет, вроде не опоздали. Трис! Слава, Мелитель! Кто-нибудь из убежища в Серебряном городе добрался? Адетта, Каспар, Дитмар, Иоанна. Что с Хагеном? Он уже не придет. Да. Ну, быстрее, пока никто не зашел. Нифига себе тут. Такая конспирация прям. Это все чародеи, что ли? Трис. Мы и беспокоились о тебе. И правильно. Охотники были у меня на хвосте. Геральт, подожди минутку. Я должна понять, кто смог сюда добраться.
Почему эти слезы? Какая-то злая. Не огорчайся, достопочтенная госпожа. Это вредит красоте. Ты, должно быть, много огорчался. Я просто родился страшным. Ты тоже бежишь в ковер? Нет, но я помогаю переправить туда остальных. У меня такое чуткое сердце. Да, я знаю тебя. У тебя нет чуткого сердца. Скорее всего, у тебя вообще нет сердца. Но я и не знал, что ты настолько разбираешься в моей анатомии. А если серьезно, хорошо иметь друзей в ковере. Особенно при дворе короля Танкреда. Рис будет говорить. Позже все расскажу. Мы долго медлили с побегом, пока убедились, что в ковере нас примут. Пока раздобыли деньги на оплату кораблей, пока нашли капитана, которому можно доверять, мы ждали слишком долго. Больше времени нет. Мы должны покинуть Новиград сегодня же. Это безумие! Охотники стоят на каждом углу! Значит, мы пойдем в порт каналами. Только сперва Геральт найдет для нас безопасный путь. Нас все равно достанут. Вот увидите. Достанут и убьют. Возможно. Но тогда, по крайней мере, мы умрем достойно, с оружием в руках, а не на костре, моля о пощаде. Я вот единственное не пойму, если они чародеи, чего они боятся в тех катакомбах? Кто там такой страшный, кого они не смогут повергнуть? Только нужен ведьмак для этого. Ладно, я спускаюсь. Я спускаюсь в каналы. Когда я подам знак, что путь безопасен, пойдете по моим следам. Ни в коем случае никуда не сворачивайте. Я пойду с Геральтом, а ты, Дикстра, отправляйся в порт и проверь, все ли в порядке с кораблем. Непременно. Встретимся на месте. Я надеюсь. Рис, ты действительно хочешь идти со мной? Не обижайся, но... Обижусь. Так что лучше я ничего не говори. И иди вперед. Что ты такая дерзкая? Сегодня. Ой, тут может что-то пивасика, да, попить? Нет, именно этого и ждут церковь и родовид. Чтобы магия исчезла, и мы вместе с ней. А где пивасик? А, так мы, блин, под баром, я понял. А то я уже хотел вот что-то... Удачи. Так, ладно, Трис, ты со мной. Только смотри, блин, тут... Чертеж, рыцарские перчатки. Чего только не найдешь в катакомбах. Спасибо, что ты нам помогаешь. Ты не должна меня благодарить, правда? Должна. Ты не представляешь, как это важно. Что в этом гребаном городе есть кто-то, на кого можно положиться. Спокойно. Скоро все кончится. Угу. Уже скоро. О, слышу. Тебе конец! Кто-то в меня... Кто-то в меня, блин, плюнул, что ли, в лицо. А чё это я без меча, что ли, пытался что-то что сделать? Что, паскуда? Чего не закалываешь? 15 уровень, блин, утопца. Не особо страшный, в принципе, но неприятно. У меня с оружием проблемы, надо починить. Ясно теперь. Ясно, ясно. Вот, оружие. Отлично. Все, починил, что ли? Да, 90%. Хорошая штучка. Так, это еще чинить не надо. В основном серебряное оружие, потому что с людьми я реже дерусь. Ну, блин, Трис, прям прошлась так прошлась. Так, налево, направо, налево пойдем. Это же Геральт, он любит налево ходить. Ой, нашел там хрень драконицкую, эту шкурку. Помню, что для ингредиентов она мне очень даже неплохо понадобится. Ого! Да тут стоит, блин, полностью все облутить. Офигеть!
такой гешефт там был в этих тюках. Холера! Мы не пройдем! Да что все ты говоришь? Напрасно. Подожди. А так? Может, есть другой путь? Все, блин, блин, как ты меня напугала, Трис. Как это не пройдем? Библиотека. Проломаем путь. Стихи Гонсало де Версо. Хроники Якоба Варацци. Невероятно. Все это я уже читал. И все редкие издания. О, мы да. Вернемся за ними потом. Нет, не вернемся. Ты помнишь, сегодня я уплываю из Новиграда? Помню. Но мне тяжело это осознать. Пойдем. Надо спешить. А куда вы уплываете, Трис? Не расскажешь мне? В Оксенфорд, надеюсь. Ой, тьфу ты, на Скеллиге. Я тоже потом собираюсь посетить Скеллиге. К черту, не буду я обыскивать тут всякое это говнище. Книжки, все равно ничего полезного в этих книжках я не найду. Так, вот зато вот куда дальше мне направляться, я так и не понял. Наверное, тут можно что-то отодвинуть. А может и нет. Да. Что дальше, дорогуша? Что мы будем делать дальше? Куда идти? Неужели ты хочешь сказать, что мне придется прочитать все книжки, чтобы понять, куда направляться? А нет, есть, есть куда идти. Вижу, вижу. Трис, к ноге. Трис, мать твою, где ты? Да. Пошли. Пошли, малышка. Трис, я нашел выход. Я уже начала думать, что все так. Ах ты же ублюдок, сколько можно в меня кидать всякую хуйню. На. Еще, блин, болотник. Сосать лалки. Трис там что-то вроде начинает поджигать, но почему-то фаерболов я с ее стороны не видел. Пассивная телочка. Могла бы помогать и поэффективней. Ай, блин. Ладно, хрен с ними. Погоди. Слышишь? Что это? Крысы. Я же в них большой спец. Помнишь? Помню. Нам бояться нечего. Смотря сколько их. Вот тут я уже был, мне кажется. Как их много. Я их не вижу, где? Там, что ли? Ну, есть там чуть-чуть. И что? Так, Трис, куда ты побежала? Ты хоть сказала бы, что? Или там сейчас будешь поджигать, блин? Крысёток. Блин, а вы что делаете? Неудивительно, что здесь было столько крыс. Мы под рынком. Рядом с резиденцией Карла Вареза, Тесака. Думаю, это не совпадение. Да, ну, да. Трупов куча. Всем известно, что его должники исчезают без следа. Все в порядке? Пара укусов на стопах и лодыжках. Но это пустяки. Обязательно очисти все раны, иначе начнется заражение. Позже, Геральт. Сначала мы найдем выход к порту. Ладно, копейки я тебя собирать не буду. А выход к порту где-то тут. Где-то тут сверху, я так думаю. Хотя нет. Хотя, может, и да. Вот она. Трис, я тебя уже было потерял. Возможно, это и есть выход к порту. А ну, проверим. Вставайте, ребята, не вставайте, хватит. Похоже, я в тупик зашел, значит, не туда я пошел. Так не люблю вот эти катакомбы дурацкие.
упор какой-то недоделанный. Трис, где тут? Чё тут делаешь? Ну чё да. Тут? Ух ты! Хрена себе тут гешефт. Трупик. Тело бледное, иссушенное. Ну и что? Ну помер пацан. Ух ты, сколько тут гешефта, ёп. Я, блин, в резиденциях всяких лордов столько не находил, как в сраном, блин, в сраном подземелье, блин, под Велином. Так, что-то насыться, что ли, за мной идти? Иди за мной, сучечка. Еще один труп обгоревший. Так, что дальше? Куда? Сюда. Так, сохраняться бы почаще. Не помешает. Я вот постоянно с бабами где-то бегаю, постоянно столько всякого гешефта офигенного. Помню, как с Керой Мец... Ой, да. С Керой Мец бегал тоже, там такие раритеты находил, прям просто пипец. Вот он, выход. Ух ты, тут охотника завалили. Фонарь еще горит. Они погибли недавно. От укусов в шею. От укусов в шею? Значит, тут какие-то вампиры обитают. И это по приколу. Это по приколу. От укусов в шею, блин. Охотники за... За ведьмами умерли от укуса в шею, блин, от вампиров. Хреновые, значит, охотники. Очень хреновые. Прямо такие никудышные. Так, все, Трис, дальше пройдем. Ой, чё это я? Без предупреждения. Ой-ой-ой, что? Ой-ой-ой. Вампир, берегись, он ядовитый. Так, ясно, вампир. С вампирами у нас будет разговор короткий. Надо вспомнить, трупоед это или призрак, оно... Вампиры. Вампиры это вампиры, значит... Против вампира, да? Да. Вот это вот говно. Масло против вампиров. Надеюсь, у меня есть масло против вампиров. Не помню. Огры. Дракониды. Трупоеды, призраки, эксентоиды. Нету. Значит, что это значит? Значит, что мы цепляем это говнище и мочим своими силами. Только перед этим мне нужен что? Мне нужен квенчик. Хорош. Каналов всегда столько интересного. Да. Блин, ну... Счастью. Счастью? Это мой постоянный источник дохода. Идем. Постоянный источник дохода. Я, в принципе, ожидал, но я не ожидал, что у меня не было против него никакого масла. Вот что хреново. Против вампиров у меня масла не было. Кстати, можешь обдолбаться еще каким-то зельем. Че это я торможу? Так, это я выпил. Лошади никогда не паникуют. Неплохо. Каждый убитый противник восстанавливает здоровье в данном бою. Отлично. Почему бы не выпить?
Я как Геральт, как ведьмак, люблю обдолбаться. А почему невозможно? Все возможно. Все невозможно и становится возможным. Для Геральда, ведьмака из Ривии. Ты слышишь? Чайки! У нас получилось. Пойдем. Надо подготовить корабль. Отлично. Я считаю, что ты этого три справилась на все 150%. Наконец-то. Сколько можно таскаться по подземельям? Успела смотреться? Как корабль? Старая калоша. Дерево прогнило, паруса драные, как старые портки. А... До ковера доплывем? Если только не будет штормов. Я дам знак остальным. Что-то у тебя там попец горит. Я могу сыграть на скрипке или сбегать за цветами и шоколадкой. Не лезь не в свое дело. Мне жаль, но это моя профессия. Ну так как? Ты попросишь ее остаться? Что тебе вообще надо? Люблю романтические истории. Особенно со счастливым концом. Они жили долго и... Охотники! Охотники идут! На корабль! Живьем, брат демона! Ух ты! Да неужели? Обломил его воистину по грамму. Я что, похож на чародейку? Хорош. Иди сюда. Все? Блин. Мне кажется, всех я порубал, блин. Дикстра, я не знаю, как тебя... Не время для благодарностей. Садитесь на корабль. И еще только одно прощание. О, да. Спасибо. Я никогда не забуду, что ты для меня сделал. И того, что у нас было. Блин, останься со мной, ты чё? Останься со мной. Геральт, давай больше не будем. И, по крайней мере, не здесь и не сейчас. Госпожа Меригольд, пора отчаливать. Пожалуйста. У нас был шанс, но мы его не использовали. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Госпожа Меригольд, мы отдаем концы. Куда пошла, сучка? Не получилось наебать ее. Ну, я уверен, что мы еще с ней встретимся, как бы... Знаете почему? Да потому что не было никакой постельной сцены с ней. Попытался. Меня когда-то тоже отшила чародейка. Рассказать тебе? Так, да, что ты так... Я бы хотел, чтобы ты объяснил, какого хера ты так интересуешься моими отношениями с Трис? Если я скажу, что ты мне симпатичен, что я хочу тебе добра, ты мне поверишь? Нет. И правильно. Ты просто должен держаться подальше от политики. Я это знаю, ты это знаешь. Что важно, Трис тоже. Но твоя вторая возлюбленная? Нет. Она снюхалась с Нильфгардом, а ты, как всегда, пойдешь за ней. И, может быть, тогда мы окажемся по разные стороны баррикады. Мне бы этого очень не хотелось. Впрочем, до этого еще далеко. Поговорим о ближайшем будущем. Геральт, повернись. Я не настроен шутить. Да нет, серьезно. Повернись. О, все, блин, подействовало. Магия Трис. Слова. Я думал, что... Я тоже. Но я передумала. Хорош. Спасибо тебе. Большое спасибо. Дикстра, не обижайся, но... Исчезаю. Меня уже... Пошел вон. Пойдем отсюда. Сейчас мы куда-нибудь там...
откуда видно корабли. Веди. Веди. Вводи. Вводи, выводи. 18 уровень, мы просто красавчики. Сейчас я начну новое на себя шматье нацеплять. Вообще зашибись. Так, что-то у меня или в глазах, блин. А нет, все, это игра так чуть заглючила. Сейчас все, романтика, то да все. Все нормально, костер большой. Дровишки подкинем, подкинем, палочки тоже. Теперь-то их не поймают. Нет, можешь выдохнуть, правда. Ты прав. Можешь раздеться просто вообще. Просто я никак не могу поверить, что все уже кончилось. Я мечтала об этом месяцами. Так, ты так себе это представляла? Ты так себе это представляла? Нет, я представляла, что буду на корабле вместе с остальными. А ты, самое большее, будешь махать мне с берега платочком. Надеюсь, ты не жалеешь, что дело повернулось иначе. Говорят, ковер красив в это время года. Но все-таки я выбираю тебя. Неудивительно. Хорошо. Я в это время года тоже довольно красив. Да. Может, мы еще отправимся туда, когда все кончится. Так. Не знаю. Не знаю. Ковер, это же край мира. Может, ты и прав. Тогда как ты видишь наше будущее? Я стану магистром ордена Пылающие Розы, а ты верховной жрицей Мелителе. Мы будем жить долго и счастливо, окруженные кучей детишек. О нет, ты так просто не отделаешься. Я серьезно спрашиваю, какими ты видишь нас, скажем, через 5 лет? Да, но третий — это самый мудрый ответ. Не знаю. Правда, понятия не имею. Ты снова хочешь отвертеться? Это некрасиво. Нет, просто вместо того, чтобы думать о будущем, я хочу жить настоящим, как сейчас. Знаешь, мне ужасно не хватало такого Геральта. Это какого? Геральта, который не боится открыться передо мной. Сказать, что он на самом деле хочет. Что чувствует. Раз речь зашла о том, чего я хочу, то есть одно. Я знаю. Я знаю. Ну, раз ты знаешь, то ой, хорош. Ты просто именно то знаешь, что надо. Нормуль. Давай, Геральт, не подведи. Блин, на маяке. Я первый раз вижу, чтобы Геральт на маяке... О, смотрите, как он отсвечивает. Это его от задницы у него там, что ли, блестит. Смотри, они посылают нам сигнал. Не, они там просто трахаются, идиоты. Какой нахрен сигнал, блин? Ха. Эл. А. Хлакабр. Р. Сигнал. Хлакабр. Никакого смысла. Это кот. А ты чего ждал? Хлакабр. Так они дальше там продолжают посылать сигнал. Блин, давай, Геральт, держись там. Посылай сигналы постоянно. Ну чё. О, довольное лицо видно. Геральт. Спасибо, Геральт. Постарался. За это. И за то, что ты сказал мне в порту. Я должен был сказать это уже давно. И что теперь? Боюсь, для... Они жили долго и счастливо, и еще слишком рано. Так, да, нам с Цири
Ты, конечно, классная тёлка. Надеюсь, ты будешь со мной близко рядом. Но Цири надо найти. Я поеду искать Цири. Я уже близко. К ней или к кому-то, кто знает, что с ней случилось. Где мы встретимся? Мне приходит в голову только одно место, где рады ведьмакам и чародейкам. Каэр Морхен. Я давно там не была. Итак, до свидания. Я буду скучать. Очень. Да. Я тоже. Не забудь этот маяк, черт побери. Так, Геральт может записать свои достижения. Ебля на маяке. Одеколон, пот и конская мазь для больных суставов. Дикстра. Ох уж это ведьмачье чутье. Ничего от вас не скроешь. Да, и от тебя тоже. Ты когда-нибудь от меня отцепишься? Когда-нибудь. Когда ты станешь мне не нужен. Так, что ты хочешь вообще? Дикстра, что ты затеял на этот раз? Как ты думаешь, сколько чародеев мы спасли? Всего. Не знаю, не считал. Около 30. А сколько их осталось на севере? Сколько алхимиков, травников, целителей? 2003? А что, проводишь перепись? Нет. Меня это печалит. В Новиграде были мы. Но кто спасет чародеев в Ринбе, в Банарде, Арткарайге, Кулете? Ты же знаешь, что Родовид не успокоится, пока не перебьет их всех. Всех до единого, включая Йеннефер и Трис. Трогательная речь. А теперь к делу. Зачем ты мне об этом говоришь? Затем, чтобы ты помог мне убить Родовида. Ух ты. Блин, а чё нет ответа, я убиваю? Я бы убил этого Родовида. Хочешь убедить меня в том, что тебя очень волнует судьба чародеев? Да, волнует. Но, разумеется, не потому, что у меня чуткое сердце. Для меня эти преследования — симптом более серьезной беды. Редание и правит сумасшедший. Я служил отцу Родовида Визимиру. 20 лет возглавлял тайную службу. Вместе мы превратили Реданию в самое могущественное королевство Севера. Знаешь, в чем его сила? Думаю, в армии. Глупый ответ. Созвать ополчение, выстроить селян с косами, для этого много ума не надо. Гораздо труднее построить сильное государство со здоровой торговлей, производством, надежными союзниками, современной наукой и честными и независимыми судами. Это правда. Нам с Визимиром это удалось после долгих лет чертовски трудной работы. Я не собираюсь сидеть сложа руки и ждать, пока этот мудак все просрет. Родовид свирепый. Скорее уж безмозглый. Ты поможешь мне, Геральт? Блин, жаль, что нету ответа, что я помогу. Я не убиваю королей, что бы там ни говорили. Знаю. Я прошу тебя только помочь организовать покушение. Удар нанесет кто-то другой. Дикстра, может, ты об этом не знаешь? Но ведьмаки всегда сохраняют нейтралитет, так что... Говно это все. Удобная отговорка, за которой вы прячетесь, когда становится горячо. А сейчас стало очень горячо. Костры пылают в каждом городе. Для чародеев и для твоих подружек тоже. Для нелюдей. А скоро и для ведьмаков что-нибудь соорудят, будь уверен. Тебе нравится такой север? Молчишь. Понимаю. Убить короля — это тебе не заказ на Нагера. Подумай над моими словами. А если поймешь, что хочешь изменить ход истории вместо того, чтобы плыть по течению, приходи в Пассифлору на чердак.
Я буду ждать там. И не один. Я подумаю. Прощай, Геральт. Тем, что я смогу убить Радовида, неплохое. Неплохое решение проблемы. Так, дорогие друзья, думаю, опять же, впечатлений на сегодня достаточно. Я почему-то без Шкар оказался. Да, у меня нет Шкар. Как такое произошло? Перчатки с меня сняли и Шкары. Ага. Блин, Трис. Трис, это приколистка такая, а? Раздела, но не одела до конца. Окей. Так, все, теперь все в порядке. В полной экипировке. Отправимся мы дальше в наше путешествие, но сделаем это уже в следующей серии. А пока что ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии под видео. С вами был HeadCrab. Пока-пока. До новых встреч, друзья.